Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Гог2110, и сегодня мы будем играть в Brawl Stars. Давно видео по этой игрушке не выходило, даже и у меня давно, наверное, видео не выходило. Итак, Стоп, что же творится? Короче, на Барли у меня есть это гаджет. И я надеюсь, вы никак не удивились этому. Ну ладно, давайте поиграем. Хочу апнуть это 4500 кубков на этот ящик. Я 100% уверен или не уверен, что мне там выпадет. Ну, конечно, мне, наверное, там ничего не выпадет, потому что у меня тут очень редкий аккаунт. Всякие персы падают. Не знаю, либо этот аккаунт проклятый, на новом аккаунте все нормально у меня. Все хорошо. Ну ладно, давайте поиграем в парное столкновение. Я давно у него не играл, только на одиночном столкновении, либо топ-1, либо топ-7, либо топ-3. Ну, с Фрэнком нормально играть. С Фрэнком нормально. Давайте возьмем этот сундук. Он тянет. Ну и так тебе тяну. Так, ладно, кто у нас тут еще? Смотрите, это же Бо. Бо-бо. Ему Бо-бо будет. Бо, тебе Бо-бо. И вам тоже. Меня... О, сразу двоих измочил. Ничего себе. Ульта? Ульта моя просто класс. Изюминка. Хорошо, что я рикошет взял. Так, ладно. И мой тим там. А я пока что возьму еще одну вот баночку. Так сказать. Так, там тоже дерутся. О-о-о-о-о-о-о. Кстати, ребят, я еще прошел бой с боссом. Обычный уровень. Нормально, так тебе сказать. Я на первом и на втором аккаунте. На первом все изи просто. Изи, полный изи. А на втором один раз проиграли, а второй раз нам пришлось. Да, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, беги-беги-беги-беги. Так. Что нам, ой, блин. Чувствую, сейчас я в ловушке буду. Ладно, давайте как-нибудь так ходим. На, получай. Так, уходим. Так, где Фрэнк? Фрэнк там, спустя. Ну ладно, ребят, у нас 12 банок нормально. Ну, у меня с малыми жизнями, как бы сказать. Ну все, погнали отсюда, Фрэнк. У тебя 12 тысяч. 12 тысяч, ты понимаешь, ты про. Ты про. Давайте в кустах будем прятаться. Ну, все. Я завалил ее вместе с Фрэнком. Отлично. Мы заняли топ-1 с Фрэнком. Думаю, это хорошее начало для нашего видео. Так, 64 штук мне дали. Многоватенько, многоватенько, но до нового сундука нам не хватит. Мы хотим апнуть вот этот большой ящичек. На парном столкновении. Нам нужно апнуть 34 кубка, и тогда все будет просто высший класс. Дальше поцелуй. Ну ладно, погнали дальше. Так. Только не веришь, что она АФК. Фух, она не АФК. Повезло. Давай, 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 давай. Так, делим. Вот этот возьмем. О, динамайт. Что тут динамайт так делает? Динамайт, динамайт, динамайт. Так, бери, бери вот это. Погнали дальше. О, там уже эти тратятся. Ладно, походи на меня. Может, она даже топ-1 занят, но я не уверен. Погнали дальше. Так. Так, блин, мой напарник подох. Печально. Ну, сейчас кто-то, наверное, в кустах там сидит. Нет? Нет, никто. Дети. Или дети. О, давай, убей его, убей этого монстра. Робота. Черт, 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 я скоро подох. Нет, я сдох. Беги оттуда, беги. Черт, убивай его. Ладно. Топ-3 заняли. Плюс 2 кубка.
Так, у нас что будет? 68, 2000, 4, 1000, несколько там кубков. Ну ладно, я не хочу сейчас считать, вы просто бесит обычно. О, я с Дэрилом заспавнился. Это тот, кто убил меня вместе с Пенни. Пенни, это пенек, если что. Ого! А у него не хило, так, у этого Барли не хило было эти звездные штучки. Черт, я в ловушке. Так, никто. Ой, блин. Ладно. Ой, черт, я в ловушке. Нет! Черт. Ладно, с нас слили кубки. Три кубка. Вроде так. Ладно, играем снова. Ну, вижу, мы долго будем апать столько много сундуков. Берем. Так. Берем этот. Берем. Так, окей. Так, проверяем. В кустах никого нет. Блин, там робот спавнится. Ладно, подождем, пока он этого уйдет. Вот. Он стох. Ладно, кожа на него. Ой, ой, там Карл слепой. Ой-ой-ой. Ну, боже ты мой. Блин, сколько тут человеков летит туда? Не на того, чтобы за них попадем. О, ой, черт, ой, черт. Я буду сложно убить. Сразу говорю. Может, они... И они неубиваемые? Ой, кто это там у нас? А, я думаю, это был. Был любит крысить. На! О, у меня улетает. Спустя 100 лет мне тут есть улетает. Так, о, ну что, сейчас зададим жаркую жару. Ну, иди сюда, если мы тебе улетит дадим. Черт, ну, промазали. Ну, не так уж сильно промазали, но скоро будет. Сразу видно, бери с него банки, ты просто молодец, так что-то ты и собачка заспавнилась. Отлично. Блин, там робот, он здесь в мою сторону не пойдет, мне не пойдет. Так, Биби. Биби из 90-х, или с 80-х. Ладно, погнали. А чё, Биби АФК? Биби чё, АФК? Я думаю, я ещё замочу. О, спасибо. Берем баночку и мочим. Вряд ли мы их сейчас замочим. Просто у Биби и у Карла просто катушка съехала. Да, мы заняли опять топ-1, наконец-то. Фу, но они не выиграли. 32, 64. Ну что, открываем новый сундук. Так, еще мы должны это капнуть обязательно. Я об этом не забыл, кстати. Окей. Еще играем. 54 жетон у меня осталось. 54. Да пофигу, мне главное этот надо открыть. Так, я заспамился с Поко. Ауру мьют. О, прикольно, да он русский. Отлично. А, погнали дальше. Тут у нас еще вот эти сундуки. Там, наверное, Фрэнк хочет забрать. А нет, Динамайк. Динамайк, черт. Чисто нам сегодня не повезло. Ладно, Аурум, живи, бери банки, с которых с меня посыпались, и не иди туда. А, если меня не послушал, значит, ты скоро погибнешь. Боже, он так смешно двигается. Он просто ржачный. На, получай, дыряха. О, он прям заультовал, он прохлал свою ульту. Так, окей, кто там с ультой тоже бегает? О, блин, это Спайк. Спайк, видите, у него такая ульта такая. Это, видите, у него тут колючки. Эй, Спайк, привет. Мы тебя не сможем убить на это время сейчас. Я тоже легендарку взял, но мне с этим рикошетом очень удобно бегать. Давай, мы убили Дэрила. Есть, столкновение. Еще одна команда была завалена нами. Саурон
О, ой, ёлки-палки, так что интернета нет. А, сразу бомбу. Черт, я улетел. Ну, немножечко там просрал. О, убили. Где Дина? Где Дина? Где Дина? Дина, Дина там. Ладно, я надеюсь, он убьет Дину. Я постучу, постою. Убей Дину. Дину убей. Дину убей. Молодец, красава, он убил Дины. Yes. О, даже мы его до 15-го целого апнули. И плюс 200 этих старпоинтов. Ладно, ребят. Плюс 200 старпоинтов. Так, еще один сундук, который мы смогли отметить. О, кристаллы, наконец-то. Мне кристаллы еще недавно падали. Но, ребят, 20 или все-таки, как вам удобно, 17 кубков нам осталось, чтобы апнуть вот это вот сундук. Отлично. А потом уже на 5000 будет мегаящик. Ребят, сегодня я постараюсь апнуть потом вот эти очки силы и потом мегаящик. Я мечтала о мегаящике. Я, кстати, покупал мегаящик. И мне, к сожалению, там ничего не выпало. Ералаш какой-то. Ну ладно, давайте. Дальше еще одну катку сыграем. Прошу вас, досмотреть это видео. Что же было это сказать? Где-то в середине видео этого. О, була, була. Ха-ха, крыса мне попалась. Да, ну и ставить все свои патроны. Ладно, еще все свои патроны у меня сейчас заряжут. Кстати, а вы в курсе, что дистанционка закончилась? И рай теперь. Мы тоже закончили. Угу, так, Леон. Леон какой-то. Ладно, давай возьмем этот сундучару. Сундучару, зажару. Так, у меня улетаясь. Тебя заультовать? Или ты будешь восстанавливать свою жизнь? Ну ладно, пошла в жопу. Так. О, как тут с нами ворон сейчас. Ой, боже, убейте его. Да, мы его убили. Или я его убил. Без разницы. О, еще один заспаунился. Ну что ты, мы и так с собой в тени, кстати. Бро, хватит кружиться. О, Ник Про. Что это Ник Про? Ребят, уже 12 минут прошло. О, они оба с ультой. Божечки мой. На, получай. О, черт. В то время заставился Карл. А чё? Она чё? Опять еще один АФК? О, только заставился и только умер. О, боже. Вот он, наверное. Блин, там бомбочки заставились. Еще один. Да сколько их тут вообще? Это, получается, моей ультой. О, дайте чуть-чуть. Все, бегом оттуда! Я... Она с ультой. Черт, я сдох. Беги оттуда, Егор. Егор. Давай, блин, подох. Ну ладно, топ-2 тоже нормально. Плюс 7 кубков. Так, 20 штучек. 40 теперь у меня. Почти 10 кубков осталось. Это значит, мне надо на одиночный занять топ-1. Ну, давайте тогда два раза сыграем в парное столкновение. Ну, если мы сможем апнуть там на топ-1. Кстати, все. Ребят. Мы как-то быстро уже, хоть и 14 минут прошло, как бы долговатенько, но мне кажется, быстро это все делается. Опа, вот, смотрите, Динамайк, нет, беги оттуда, беги, черт. Да нет, не иди ты к этому роботу. Ну, хоть он помогает убивать этого робота, там кто-то сейчас из кустов может вылезти. Блин, беги туда. Я сейчас заспавнюсь, немного побью этого робота. Неисправительно. Люблю быть неисправительным. Да блин! Черт! Слили. Оп, нет. Так дело не пойдет. Сливание это плохо. Все, мы прошли все свои вот эти жетончики, так сказать. Ладно, мы не сдаемся, мы мужики, мы можем.
Погнали. Так, берем. Вот этот сундук возьмем. И мне кажется, издалека он круче стреляет. Смотрите, издалека такой. Да нет, как же. 480. Нарбыт-ко-ско-нос. Надо расшифровать все-таки. Черт, мы в ловушке. Мы в жопочной ловушке, иди в жопу. Все, мы ушли. Только не крысить, только не крыса, чтобы ты спрятал. Так, блин, мы напарник в жопе. Кольт убивает робота. Ну, а мы просто бродим. О, сейчас Лука сочет! Давай, набыть кукос. Бей ее! Блин, я попал в нее. Нет, мы в полную жопу сейчас. Вы понимаете, о чем я говорю? Так, о, да, убей все этих, я сейчас замочу. Опять мы слили. Пятая в жопу к нам тут место. Ой, она куда-то улетела. Ладно, я не хочу сейчас за этого Томасоса играть. Давайте поиграем за Леона, за которого я уже 20-й ранг поднял. Вы понимаете? В скобочках нет, вы не понимаете, да? Мне 15 рангов осталось, чтобы его обновить до 35-го. А хотя вряд ли я кого-то сейчас до 35-го ранга обновлю. Для меня как бы главное это апнуть. Ну, это... Для меня самое главное это апнуть 4500 кубков. Это бомба. Бомба, я виски, я вторая убийца. Так, они сейчас там помирают, так сказать. Давай я возьму Леона. Черт, у меня улетает нифига, ничего не делает. Ой, блин. Ой, ёлки-палки, ты меня испугал, Кольт. Ну ты меня просто так не достанешь, как с роботом. О, буляха. Нет. Надо просто... Или просто... Отлично, заспавнился, красава, Бикса Макса. Ой, сколько банок. Ну, Леон без Ника, как все остальное вроде как. Нет, Леон, не надо меня убивать. Черт, буй в кустиках. Кустики ничего не значит для меня. Все, мне конец, наверное. Нас не меняет все... Ой, блин. Сколько мне там кубков дали? Нет, за Леона я что-то передумал играть. Просто нифига мне никаких кубков не будет, если честно. За кого ж мне поиграть-то теперь? Вот за эту? Вы думаете? Давай. Просто больше кубков будет падать, если мы будем нанимать. So many specimens to discover. Просто мы уже кучу кубков слили. И это обидно. Короче, давайте сейчас возьмем. Боже, какая она медленная, какая она неуклюжая. Надо было ее все-таки прокачать. Кто это сюда идет? Пропаганда. Эй, ты, пропаганда сумасшедшая. Черт, ей 6 или 7 лет, этой Оливии. Она, наверное, будет плохо играть. Но если она за дротом не повезет. Ой-ой-ой! Чет, не убивай меня. Нет. Третье место за... Четвертое. Что у нас тут четвертое делать? Не понял.
блин, 20 минут уже прошло. Мы так и сливаем кубки и дурачимся. Странно. Наверное, эти говнососы хотят того, чтобы мы сдохли, наши. Они только за нами уходят. Вот смотрите, кто это? Кто это? Кто это тут охотится? Кто это тут крысится нафиг? Давай я сейчас замедлю, если она его не убьет, ну ладно. Если я замедлю, то такое же. Ладно, го отсюда нафиг. Я порушу снизочки. Быстренько, 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 быстренько. Так, кто это там? Кто это там прячется с сентой? Еще. О, столько навес, ну, наконец. А, да. Все, она сдохла. Я ультусь при себе только держала все. Да. Ну, я прошу до 9-го. Так, окей. Почти, почти, ой. Ну ладно, я так не хочу. О, опять кристалл. Быстренько мне что-то кристаллики падают. Скоро я вас всех открою. Скоро я вас открою. Хотя я что несу? Я не... Этот? Как вы там? Забыл. Ладно, опять со мной Динамайк. Или кто там был у меня? Вот Динамайк. Оливия. Это же Николас. Америкос. Америкос Палтос. Так, ой, ой-ой. Беночка, беночка, беночка. Баночка. У меня сейчас муха наполнена силами. Это что значит? Я что, могу хорошо в нее пострелять? А, это типа она отскакивает удар. Ты что, она мне снесла, короче? Ой, блядь. Ой, блядь. Она все медленно будет ходить. Она мало жизни. О, ты свою ульту просрала, я вижу. Весело, он ульту свою просрал. Ну, я тоже иногда просираюсь. Ульту тихо. Так. Ой, так. Так, ребят. Что это у нас там? О, сейчас милая команда такая, как погибла. Да, и она погибла. Как они? Очень жизнь. О, а не, никаких о нет, потому что нам остался один кубок, чтобы апнуть вот этот же сундук. Ну чё, нормально, нормально, нормально. Один кубок и все готово, да, Шелли, да? Так, быстренько давай. Отлично, да? И все. Очень медленно. Ну, потому что она у меня тупо не прокачана. Давай сюда. Ой, блин, там роллы останутся. Так, идем сюда. Никого нет. Надеюсь, что никого. О, там Шелли. Хорошо, что у меня нет ульты. Блин, фу, моего напарника убили. Давайте подождем. Тут посидим. Посидим, посидим, посидим и подождем. Так. Тут у нас еще прячется робот какой-то. Ой, 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 ой. Сейчас мы... Да что ты АФК шеришь? Нет, она АФК. Ладно, ее сейчас за раз убьют. Опа, опа, опа. Опа, Зебраил, Зебраил. Все, она подохла. Черт, там банки все остались. Я бы их забрал.
О, ничего. Ой. Иди сюда, Габриэль. Габриэль, иди сюда. Габриэль, нет. Нет. Мираколус. Мираколус. Все. О, да! Я замочил. Черт. Нет. А хотя, ребята, хотя нам плюс 8. И мы сейчас уходим отсюда. Спустя 25 минут мы смогли. Мы смогли, ребята. Такая музыка заиграла странно. Раньше она не играла. Все, наконец-то, ребят, мы смогли все-таки же взять именно вот этот сундук. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И ждите нового видео, когда я буду апать мегаящик. Всем привет, аминь.